Сегодня в Актюбинской клинике ДАРУ прошло совещание, посвященное сотрудничеству медицинского центра ДАРУ и госпиталя Национального университета Кинбук, что в Южной Корее. В ходе встречи сторонами был подписан меморандум, который предполагает тесное сотрудничество по обмену опытом, проведение мастер-классов, обучение и стажировку. Подписание этого документа – еще один этап исполнения трехстороннего областного меморандума о дальнейшем расширении партнерства в области здравоохранения и реализации целей, поставленных при создании благотворительного фонда «Актюбэс Северанс». Напомним, этот фонд открыли 17 августа этого года, а сегодня корейская делегация во главе с профессором Юн Тэ Ду приехала подписать меморандум уже с конкретной актюбинской клиникой. После данного визита совет будет рассматривать варианты сотрудничества в отношении образования, в обмене докторами и принятии опыта от одной больницы в другой. Опыт сотрудничества с казахстанскими медицинскими центрами представители госпиталя Южной Кореи уже имеют. Как рассказал Юн Тэ Ду, они уже тесно сотрудничают с усть-каменогорскими медицинскими учреждениями, с семипалатинскими и алматинскими. А сейчас у директора корейского центра есть в планах способствовать основанию кафедры реабилитации в Казахстане. Насколько я знаю, насколько я понимаю, данный госпиталь позиционирует себя как клиника реабилитации, но как таковой кафедры, на которой преподают реабилитацию полностью от начала до конца, в Казахстане не существует. И моей целью в данном случае является также, возможно, каким-то образом положить начало основанию такой кафедры, может быть, провести несколько лекций и в отношении образования внести какие-то изменения. В ходе встречи делегация ознакомилась с возможностями реабилитационного центра нашего города, провела мастер-классы и ознакомила врачей области с возможностями медицинской реабилитации в их госпитале. В рамках визита выделена одна квота на бесплатное обучение и стажировку. Ирина Ребикова, Алексей Уразов, программа «Факт».